Ребятки, всем привет! Всем привет! Всем привет, ребятки! Мы едем за смесителями. Прохладненько, время 8:51, 18 градусов. Ну хорошо, прям хорошочки тогда. Ага. Мы вот так одеты, без кофточки, без всякой. Утром хорошо так. У нас еще пришли эти подвесные бра в ванную, такие красивые, у Димы заказывали. Вот он нам вчера написал, говорит, ребята, пришли, позавчера еще. Сегодня мы договорились, что заберем. Приехали на туда, на Сенной рынок, вот, а там половина закрыта, рано приехали, ну, ребятки, суббота. Вот сейчас едем по Красной улице, ребятки. Это самая центральная улица Краснодара. Ребятки, сегодня Краснодару, сегодня 230 лет! 230 лет Краснодару! Ура, ура, ура! Краснодару 230 лет! С праздником! С праздником, дорогие краснодарцы! Краснодарцы же правильно говорить? Да. Вот, с праздником! Мира, добра, здоровья, успехов! Процветай, Краснодар! Расширяйся все больше и больше! Все больше и больше! Дороги. Людей, дороги пошире делайте! Чтоб везде было, как на Красной улице, красиво! Вот! Ох! Только здесь вот улица Красная, это как отдельная республика, да, вот? Здесь так вот уютненько, да, Сань? Ага. Здесь вот так все по-домашненькому. Ага. Тут... Ой-ой-ой, такие, ну, есть и современные такие постройки вот большие, а есть еще вот такие вот, вот мне вот эти нравятся. Как там интересно, какая там толщина стен, какая там планировочка, вот-вот. Солнце, смотрите, как с утра печет, видите, вот. Вот. Да. Сегодня здесь просто выйти по Красной прогуляться хочется, да, как по Бродвею в Ташкенте. Да. Гостиница «Москва». Гостиница «Москва». У нас еще навигатор включен. Вот. Видите, улица Красная. Здесь, наверное, недалеко все, да, эти высшие заведения, вузы. Вот, ребятки. Улица Красная. Нам недавно в комментариях написали, Любочка, покажи улицу Красную. Через 400 метров поверните налево. Воу, ребятки, смотрите. Давай, Сань, бибикай. Бибикай, Саня, бибикай. Давай, бибикай, Сань. Давай. Давай, бибикай. Ура! 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 Йо-хо! Байкеры! Йо-хо! Ура! Я машу, ребятки. Махай, 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 Саня. Махай, махай еще. Сигналь, сигналь. Я тут машу, ты сигналь. Йо-хо! Как мы попали! Ура! Да-да-да! Это нам все машут, ребятки! Ура! Ура, маши, маши, Саня, сигналь, давай. О, победа! Волга! Ёкарный бабай, ретро, а это кто? Запорожец! А это какая машина, Саня? Не знаю. Ура! Ура, с днём города! Ура, ура, машу, я туда сверху машу. Ура! Сань, сигналь, 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 сигналь. Ура! Все, видишь, полиция, все как надо. Ох, ребятки, адреналинчик, да, какой, ребятки? Поверните налево. Да повернем. Как поздравили людей, да, Сань? Вау, и вот так вот. Вот так, ребятки, вот так. Ух, тут на улице, наверное, улица, да, была закрыта, нет? Вот все ждут, ребятки. Надо в Телеграм девчонкам все скину. Сейчас я через скину. 500 метров поверните направо. Нам это куда поворачивать? Подожди, мы уже забыли, куда мы едем. Смотрите, какая машина, ребятки, впервые такое вижу. Уборка, уборка, да? Угу. Уборка. Вот мы и приехали. Нам надо заказать дверь раздвижную и зеркала в спальню. А потом, когда поставим мебель, мы закажем зеркала в ванную и в прихожку. О, тоже собака бегает. Зеркало, видишь, оно это осветленное. А, нет, зеленое. Видишь, зеленые эти, зелень. Зелень, зелень, видишь, вот. Оно не осветленное, зелень. Ладно, пошли. Пойдем. Пошли. Пойдем. Да.
же не работаем программным обеспечением. Белое матовое. Так, белый матовый у них на этом самом есть. Белый матовый это вот, а форма ручки Fusion, она вот такая. Вот она. А что за... А, внутри, да, то, что она будет? Ну, вот она, ручка с... А вот, смотрите, еще да, белый вот матовый. Этот цвет белый матовый, а форма ручки вот такая. Так, а вот это, что вы говорили, она желтоватая. Это не та, вот это белый матовый, это слоновая кость. Белый матовый цвет, вот этот, форма ручки вот такая. А вот это погладше. А нельзя такого белого, именно такого вот? Чтобы вот такого цвета было, но был вот такой вот гладенький. Нет, это покрытие софт-тач, оно идет немножко другое. А здесь нельзя такой софт-тач сделать? У этой ручки этого цвета нету. Есть только белая матовая вот такая. И белый глянец. Нет, глянец он не то, да? А цена разная у этого и этого, что дороже? Нет, просто та система, которую мы с вами выбираем, только вот эта ручка может быть, потому что у этих систем есть нижний рельс. А, нижний нет, чтобы не спотыкаться. Да. Тогда давайте вот этот белый матовый. А можно не хром, не такой, а вот такого цвета? Она будет облазить? Нет, она облазить не будет. Так у нас же белый матовый будет. Вот такая ручка, но цвет белый матовый. Я поняла. Белый матовый можно сделать не алюминиевого цвета вот такого, а какого-нибудь такого? То, что у нас на дверях ручки вот такого цвета. Можно? Я не понимаю, как сделать белый матовый алюминиевым цветом. Ручки. Это все будет белым матовым. Форма ручки. А. Не вот такая вот остренькая, а вот такая. А, форма ручки такая, только она тоже будет белая. Она будет белая матовая, да. А можно ее сделать вот такого цвета, нет? Они есть вот такое серебро матовое, черное матовое, белое матовое, белый глянец и... Господи... И все. Угу. Ну давайте тогда посчитайте нам белую мату. Так, где? Матовое стекло. Вот это обычное. Да, сразу видно. Зеленоватый. Сатина, он абсолютно белый. То есть мы выбирали сатин осветленный. Ну вот этот, единственное, без рисунка. Так. Просто белое сатиновое стекло. То есть матовое, да, оно будет? Да. А если прозрачное фацетом? Туда не сделать так. Почему? А если просто прозрачное сделать? Просто прозрачное можно, с фацетом нет. А вот так нельзя? Вот так вот? Тоже нет, нельзя? Нет, в эту систему так не вставить. Будет болтаться. Угу. Будут тарахтеть. Просто там уплотнитель по стеклу 4 мм. А вот этот не будет? Вот пальцами дотронули, он там заляпался, или вот ухаживать за ним? Каким? За ним проще ухаживать, чем за простым стеклом, вот, например, осветленным? Ну, скажем так, на матовых поверхностях в любом случае дело не в осветленном. Как в одном случае, так и в другом у них абсолютно одинаковое покрытие. То есть и там это химическое отравление по стеклу. Вопрос в том, что да, со всех шершавых поверхностей загрязнения смываются сложнее, чем с гладких. Поэтому оно требует более тщательного ухода. Поэтому, когда мы будем с вами определяться, в какую сторону ставить матовую часть, нужно определиться, чтобы это было в ту сторону, где меньше движения, где меньше пачкается. А какое красивее будет, вот на ваш взгляд, прозрачное стекло или вот это матовое, вот это в этих дверях? Это зависит от того, что вам хочется. Если вам необходимо, чтобы визуально то, что находится за дверями, было скрыто, лучше поставить матовое стекло. Да? Если нужно, чтобы было светопрозрачное и просматривалось, тогда прозрачное стекло. Как ты думаешь, Сань, какое лучше? А? Вот оно есть матовое. Мне кажется, прозрачное будет симпатичнее. Почему? Ты думаешь, как в больнице будет вот это все? Будет как в больнице, да? Ну, тут на вкус и цвет. А у вас нет кусочек двери? Где-нибудь раздвижной с матовой этой? Просто она без профиля, но вот она, матовая стекло. А, вот оно, да? 108 мм, оно толще. Вот оно. В принципе, то же самое. То есть, если цель, чтобы оно не просматривалось, тогда матовое. Если нужно, чтобы она была максимально воздушная, вот так. Смотрите, у вас с одной стороны она глянцевая, да? А с другой стороны она матовая. Нужно определиться матовой стороной, в какую сторону нужно будет поставить. В ту сторону, где будет меньше загрязнений, меньше пыли. В ту сторону лучше поставить матовую. Видишь, как оно, одна сторона. Это осветленное, да, зеркало? Это осветленное, да. По ней сразу видно. А у нас какую вы даете толщину? 4? 4, да? Так, ну что, я... Вот смотри, не осветленное, смотри, бутыльчатое, да, такое? Прям лягушатник. Больше, поэтому разница очевидна. На 4-миллиметровом стекле, конечно, такую разницу не будет. Довольно-таки ничего так. Симпатично. Тем более они же будут кусочками такими. Но. Оно же не будет цельным вот этим дверью. И будет на самом деле затенять, закрывать там. И будет прозрачности такой. А? Ну давай такой сделаем.
Давай такое сделаем, интересно. Там будет вода. Ну, вам, наверное, мастер показывал, да? На 40-й, так, где он у нас там, 25-й, вот там. Да. Здесь как раз зеркало осветленное, разбили. Зеркало осветленное, вот ширина фацета 25. Угу, то есть угу. Так оно и будет. В фацете максимально прозрачное. Угу, да, видно. Угу, давайте. Ребятки, чисто случайно мы вот так попали сюда, нам делали замеры на зеркала, и оказывается, они делают перегородки. Вот эти первые мы куда обращались, помнишь, 200 считали, потом считали нам 165. А здесь у нас ушло полностью двери, перегородки, два огромных зеркала. У нас там вышло 144. Это вместе с доставкой, да, вместе с установкой, да. Вместе с тем, что будут поднимать нам на этаж все это, все эти зеркала и двери. Вообще отлично. 144 это вместе с большими зеркалами. Ребятки, едем обратно. Я думаю, что там случилось. Наверное, дорогу перекрыли, да? Обратно да, будут ехать. Дорогу. Обратно будут ехать. Как поедем? Туда? Подожди. Да, это же главная улица, да? Там будут ехать. Вот, смотри, Волга. Вот она. Йоу! Йоу, Волга, да, какая? Цвет еще, смотри. Феррари отдыхает, да, Сань? А? Йоу. Движение везде все прикрыто. И мы поедем другой дорогой. Смотрите, улица Седина. Смотрите, какие эти здесь дома, ребятки. Это тут центр, нет, Сань? Центр, да. Центр Краснодара, ребятки. Видите, вот он. Здесь вот практически везде одностороннее движение, да? Туда уже не поедешь, куда захотел. Вот, улица Пашковская. Через 300 метров поверните направо. Вот. Частный сектор. Порш. А что это здесь? Нет, что за вечеринка? Нет. Везде Порш один. Смотри, там что там? Фоткаются, смотри. А что это такое? У всех Порш. А нам нельзя с нашей без Порш? А? А что это такое? Интересное, да? Через 300 метров поверните направо. Чаепитие. Наверное, это у кого эти машины, да? Они, наверное, собираются, да? И ну, есть, у них, да, есть свои интересы, есть о чем поговорить, да? Интересно. У машин-то не дешевая же ведь. Первый раз видим такое, ребятки. А что там? Матрешка в очках. Что это? Что-то там. Вот. Уже осень. Деревья какие. Вот центр. Это улица Октябрьская. Все центральные улицы. Вот Сенной рынок. А, вот Сенной рынок, да. Вот мы и приехали, считай. Все. Мы здесь батареи брали, вот в этом здании брали. Помните? Наш. Сейчас мы сначала давай заберем эти смесители. Оплатим их. Сначала к Диме. К Диме? Да. Ну а здесь ставить-то негде. Там поставим, сразу заберем смесители. Потом зайдем к Диме. Здесь и все это. Здесь нет, не тут-то было. Нет. Он Дима! Давай туда. Все равно за это. К Виктору надо. Виктору, ребятки. О, открыто? А, закрыто. Вон там Виктор. Мы на месте. Мы пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Лучше уже. Здравствуйте. Все-таки я вот это, да, склоняюсь к маленькой раковине, да, Сань? Он и не низкий, и у него угол, видишь, вот так вот. Вода будет литься вот не вот так вниз, а вот сюда. Слышишь? Я его возьму. И не марки. Видишь, вот он. Как раз он. Сатин. Пара. Ага. Подойдет он. Здесь 100 тысяч миллиард, да, Сань? Каких только нет. Сючка. А ваша-то не влияет.
Вот так раз снял, да, там на стол кастрюлю, да, налил. Поставил. Или вот так. Ну, больше площади забора воды. Классно. Красивый. Беленький тоже он симпатичный. 5000. Саня, смотри, здесь тоже вытяжки есть. Вытяжки. И закрытые вытяжки есть. Здесь. О, а это что такое? Для рук, да, Сань? 3900. Это же как в этих, да? В гипермаркетах, в туалете, да? Вот это раз, руки. Столько всего. А, смотри, что, Сань, на стены. О, смотри. Наверное, вот так нажимаешь, да, там? Да. О, у нас же сколько всяких прибамбас. Вот это вот, смотри. Прикольно. Мы совсем забыли. Надо же вот под этот пленка здесь. Под туалетную бумагу надо. Под полотенчик в ванной. В туалете обязательно нужно. У нас головы это вылетело. Красивый, да, какой цвет. Ну, это под сантехнику такую, да, надо. Это да. Вообще из головы вылетели вот эти прибамбасы. Так, вот, смотри, Сань. А здесь вот, смотри, она не это. Не скользит. Да. Но они маленькие. Это надо подлиннее, да? Подлиннее надо. Смотри, вот еще что есть. Подлиннее зачем? Да? Ну, вот это лучше, это скользкое в руке. А это вот прям самый раз. Да? Да не, оно тоже гладкое. Здесь... Ну, не настолько она гладкая. Тут, ты видишь, вот что, а здесь прям гладкая она. Будут вот эти вот. Хотя пятна не оставляет. Что интересно. Вот, да, наш? Да. Ну-ка, возьми в руку, послушай, треска не будет. Он их так привозит редко. Без треска, да, вот эти? Тык-тык нету, да? Да, что он сказал это. Ага. Сороковочку, если за что? Так, отлично. А вот тут вот на клей специально сажать? Да на обыкновенный, вы мастеров попробуйте от клея, от клеточного очистки. Хорошо будет, да, как вон тот? Только клеточный. Можно на только клеточный, можно на... Отлично, мне нравится, тебе нравится? И здесь поручень, и здесь еще. Нормально все будет у меня, смотри. Виктор, вы говорили на раковину маленькую, вот два вида, вот этот, да, а еще какой? И тот. Давайте вот этот, да? Давайте нам вот это тоже. Вы думаете, вот это одну плату? Поэтому вам уточню сразу мастеров, скажите, что они... Просто если вам там не длинные нужны... Ну вот, например, побольше, вон та, которая рядом стояла. Если не... То есть вот такие чашки ставят, а она разъемная идет. Вот таким вот макаром. Раз. А как она держаться будет? Да, она приклеивается просто и все. А, вот как. А бывает сатин, вот как кран к нам пришел, сатиновые такие, не бывает? Ну, она все равно будет желтить, она не будет такая, что вот прям это. Ира, 10801 еще принеси. А наш, вот смотрите, если ее с хромом сравнивать, вы видите, она цветом отличается. Да. А если ее с сатином сравнивать? В принципе, да. Как забрать? Вот. Ну, я бы тогда у вас там еще сразу... до конца ремонта, как до канадской границы. Это все на пустой клетке все садится. Отлично. Вот. Пойдет, да, на маленькую раковину? Будет хорошо. Поездить тоже. Давайте нам все так. Вы еще знаете, сколько раз сюда приедете? Знаю. О. Только вот эта часть подлиннее сделать ее, чтобы она могла потянуться. Упор, да, и упор на локоть был. А ну-ка. А не пойдет такая? Или это короткая, вы думаете? Это... Что это? Это придержаться. Да? Это не всю массу на него дать. То есть тоненькие стенки, она вкручена. Не, ну мама же, когда встает же, у нее же вообще на этом стульчике. У вот... нее уже, вот когда встала она, допустим, да, она уже нагрузку такую большую не даст.
то она не оторвется там. У нее вот эта вот сама пластина, которая крепится к стене, она угу. тоненькая. Угу. И она получается просто, ну, будет гнуться. Смотрите, у мамы медицинский стульчик, и тут вот такие вот эти штучки. Вот. Угу. Она, в принципе, вот когда сидит, вот они вот тут, она вот так и встает. А тут без стульчика просто унитаз будет. А если вот это сделать? Стульчик, вот она... стульчик высота. Сейчас. Он не вот это угу. вот давит, да. а именно потянулось. Ну, может и так, допустим. Угу. Ну, сделать. Поставить и так надо. Тогда, если вы стульчик убираете, надо ставить как на стульчике горизонтально, так и, наверное, под углом, чтобы можно было потянуться. Взяли два смесителя и вот это вот штуковину. Поручень. Поручень, да. Я вам могу прям показать. Ой, прям висючка, прям блестючка. Давайте. Как у Верочки будет и в коридоре. Давайте. Прям светлая, да? Прям она такая. Ага. Сейчас заберем еще у Димы светильники. Не светильники, да, потолочные вот эти бра настенные. Сейчас откроем, посмотрим. Проверим. Здрасте, Дмитрий! Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте, мы к вам. Ну, вообще здорово. Ага. Занялись. А это что такое у вас? Что-то новенькое. А, это да. Прям это вот прям. Приехала. Такая вот красота. А что там будут висючки? Там будут плафоны кракле. О, я даже не знаю такое слово кракле. Битое стекло. Обалдеть, кракле. Какая интересная. Ну, каждый по-разному называет. Прям вообще это. Супер пупок. Огонь. Огонь, да, огонь. Это не наша. Я понимаю. А, я думала, вы нам привезли. Да. А, вот какой. Вот наверное, моряк какой заказал, да? А? Да? Моряк, наверное, заказал. Моряк. А где наши? Я жалко, я бы сейчас дальше продолжил. Да? Просто я стесняюсь. Ага. Так, значит, вот ваша красота. Вообще, вы проверяли камни, как светят, нет? Как, короче, сами светильники я включал, проверял. Проверяли, работают, да? А то. Ну вот это. Ну это бомбита. Это вообще. Это вообще круть. Хочется стакан бросить выпить, да? Кажется, вода будет ледяная, да? Да. Лед. Да. Тающий лед. Лед, тающий лед. Вообще. Это надувное, да? Это надувное. Что, тяжелый? Да. О! А эта веревка выдержит? Конечно. А они не легкие. Вообще, обалденно. Обалденно просто. Лед. То есть вот так вот просто брать двумя руками. И как? Дать по голове. Жалко. На самом деле вообще просто да. прикольно. Тут две штуки, да? Здесь один. О, тут целые такие короткие большие, да? Да, здесь получается так, вот каркас. Что у нас здесь? Провод. Ага. Это будет откручиваться. Через него проходит штифт, да, и обратно закручивается. Ага. Здесь будет светодиодный кристалл залинзованный. Ага. Теплый спектр. Ну, короче, и, соответственно, выставляется... Регулируем, да, высота? Тот уровень, который мы можем. Так. Подтянули, здесь зафиксировали. Ага, и ага. все. Ага. Отлично. Так. Ну, вообще кайфовые. Реально очень кайфовые. Да. Спасибо, Дима, большое. Не за что, это вам огромное благодарю. За то, что... Есть мысли тоже привезти на магаз. Да. Потому что все охватить как бы сложно, и думаешь, ну, это в следующий раз, это в следующий раз. Да. И получается, что... А там что внизу, подарок, да, Дед Мороза? Что-то коробка такая огромная. Да? Там пенопласта слишком много. Едет же издалека. А, ну да. И здесь. Да, это Атас. И они все получаются немного разные. То есть, да, да, да. Но это хорошо. Все это, по сути, ручная работа, да, то есть, угу. грубо говоря, стеклодув выдул кусок стекла и потом начинает делать вот такой угу. вот. Да, красиво. Такой конструктив. Угу. Как говорится, я художник, я так вижу. Да. Да, да, ну вот это крутяк, люстра моряка. Прямо эге-гей. Это вот бар, наверное. Дерево. Это дерево, да? Это натуральное дерево, это в барбекю пойдет.
Пойдут две люстры и две брашки. Вообще супер. Прикольно. Тоже там плафон прикольный. Реально прикольный плафон. Битое стекло. Он считается одно из дорогих. Да? Ну, это своя специфика, тематика. Угу. Класс. Забирайся. И на самом деле, то есть вот даже когда делать неважно что, какие-то заказы, нужно так, пришел, увидел и победил, и заказал. Потому что бывает так, что картинка одно, да, по факту другое. Партии разные могут приехать. Да, да, да. Это касаемо даже просто цветовой гаммы. То есть ты смотришь в каталоге, либо в электронке одну цветовую палитру, приезжает по факту другое. Другое, да. Поэтому... Вот, слава богу, это то, что нам надо. Давай мне вот это. Не, ну вот это респект. Да. Все? Да. Спасибо вам. Дима, спасибо вам большое. Вытянутая. А, кто вытянутая? А, еще не вешали? Так нет, ну это самое, закажем. А, там ребра свиные, не нравится, Дима. Они классные. Ну, мы попозже закажем, обязательно. У нас до сих пор мы нигде не смотрели еще, честно. В общем, может быть, сейчас выставка прошла, не может быть, выставка прошла в Москве, и гипотетически сейчас что-то будет новое из новинок поступать. Да? Да. Если что будет, киньте посмотреть, ладно? Звонок другу. Хорошо. Спасибо, Дим, большое. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Вы светит и радует вас. Спасибо. Все, и не забывайте про нас. И я помню по поводу глицинии. Что? Или не нужны уже? Нет. Мы вот здесь напротив взяли глицинии, маленькие брашки. Все, понял. Нам в коридор надо 3 брашки и в спальню 2 брашки на стены. Вот, вот одна вот эта земля в иллюминаторе, люстра, которую купили у вас. Так. Вот туда надо что-то на стену 2 одинаковых. Так. Ага. Вот. Короче, будем это мониторить. Да, будем посмотреть. Мы с вами. Спасибо, Димочка, большое. Спасибо. Пока. Счастливенько. Пока. Спасибо. Забрали бра. Купили еще один бра. Уже сил нет, нервов ходить выбирать. Взяли такой, как у Веры в комнате. Но он зато будет цельный, да, освещать? Не кусочек там маленький. Так, что еще? Забрали смесители. Взяли вот этот поручень. Подберем. Виктор сказал, если не подойдет, можно приехать, поменять или вернуть. Так что все у нас хорошо, отлично. Пока. Пока. Все, едем домой. Короче, мы ехали. Я не знаю, где мы ехали. Саня говорит, смотри, у дороги мясной базар, посмотрим просто. Мы не будем набирать. Ребятки, вот весь сентябрь мы на одной курице, и нормально. А просто дети захотели манты. У нас манты все любят очень. Кусочек взять маленький, чтобы на этот, ну, на мантышке. Именно мясо, но не фарш. Сами нарежем мелко. И будет вкусно, побольше лука, картошки, и будет вкусно.